Сегодня на нашу почту пришло удивительное письмо. Честно, я даже не думала, что такое бывает. Вот слушайте. Уважаемые шестиклассники, пишу вам я, фея из мира сказок. Мои милые друзья попали в беду, и только вам по силам справиться с заклятием. Поэтому очень прошу вас собраться сегодня в 14:00 в классе. Все подробности расскажу при встрече. Очень надеюсь на вашу помощь. До скорой встречи. Фея из мира сказок. Вы знали, что существует мир сказок? Нет. Так, а поможете фее из мира сказок? Да. Хорошо, тогда собирайтесь сегодня в 14:00. Фея вам все расскажет. Хорошо, договорились? Да. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что откликнулись в мою просьбу. Проходите, присаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Хорошо. Кроме вашего мира, есть множество других миров. Мир снов, мир грез. Я же обитатель мира сказок. Мой мир может существовать только в том случае, если все его герои, персонажи, не будут покидать его пределы. В нашем мире произошла трагедия. Девочки, у меня есть для вас задание. Вы должны расшифровать слово. Первая цифра – это строка. Вторая цифра – это слово. Третья цифра – это буква. Первая буква «С». Вторая – «Т». Может, ты знаешь, что может, это? Да, может, не знаю. Я слово знаю. Это столовая. Пошли в столовую. Пойдем. Apple, blue, white, gold, blue, yellow, boy, stone. О, это же теннисный стол возле психолога. Пойдемте? Пойдемте. Баран.
кабинет физики. А вот и мой дом. Точно, меня же зовут Белоснежка. Спасибо вам большое.